первые дни февраля преподнесли сюрприз жителям Тамбовой области. Проливной дождь и град, несвойственные зимней погоде, застали врасплох и граждан, и коммунальные службы. В итоге проезжая часть в городе заполнилась потоками воды, а тротуары превратились в мокрый каток. По данным синоптиков, подобная погода для нашего региона – редкость. За время существования этой службы плюсовая температура с дождями в феврале была зарегистрирована только дважды. 5 февраля в 1993 году максимальная температура воздуха составила 2,4 градуса тепла. В 1981 году, 6-7 февраля, максимальная температура воздуха составила 3,1 градуса тепла. Однако, по прогнозам Тамбовского гидрометцентра, в ближайшие три дня погода не изменится к лучшему. Будет ветрено, ночью мороз от минус 3 до минус 9. Днем же температура будет колебаться от плюс 1 до минус 5. А это значит, ожидается сильная гололедица. В такую погоду самое главное – внимание и осторожность. Во время перемещения по скользкой улице нельзя спешить. Надо избегать резких движений и постоянно смотреть себе под ноги. Они должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях. Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно. При падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой.